Нет, 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 стой! А! Вы чё? Тихо! Я засейвился! Я засейвился! Так, 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 аккуратно! Девятое место! У меня... Нет! Да кто ты такой? Отстаньте! Это чё сейчас происходит? Вы чё? Нет, 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 нет! Держись, держись, держись! Давай, давай, давай! Это что за пирамида по возрастанию? С вами Джейл, и сегодня со мной в Place in the Top Legs. Мы играем в GTA 5 Online с волнистым ледяным режимом. Стенка на стенка, либо спуск без тормозов. Всем здорово! Привет, друзья! И сегодня, ребят, нас 30 человек будут спускаться, как я уже и говорил, по ледяному и волнистому спуску. Ого! Ну а, ребята, вы посмотрите, на каких тарантайках сегодня мы должны занять первое место. Потому что, ребят, именно такая цель у нас преследуется в этом ролике. Все, пацаны, кто сегодня первый приезжает, тот самый крутой и получает золотую медаль за победу! Это был я! А кто последний приезжает, тот получает, я не знаю, золотую какашку, наверное. Ребята, быстрее! Стоимся, стоимся, стоимся! Помогите, я на краю вещу! Да, нормально. Просто все разлетелись в первом раунде, ребят. Ладно, респавнимся. Со второй попытки точно у вас получится. Поехали, Лёха. Нет, ребята, ну это просто полная жесть. Я напомню, что с каждым лайком, ребята, чем больше лайков набираем, тем больше людей мы приглашаем. И под прошлым видосом вы тоже набрали кучу лайков. Там почти 30 тысяч собралось. Поэтому, ребята, нас сегодня снова 30 людей. Я уже не знаю, я уже устал с 30 людьми записывать стенки и спуски, потому что это реально вообще невозможно. Это самые адские спуски получаются. На двух колесах еду, пацаны. Офигеть. Так, тихо, держу седьмое место, держу седьмое место. Главное не упасть. Ловите меня. Это вообще как проходить-то, скажите? Ладно, ребят, план Б. Берем максимальный разгон. И вот сейчас, может быть, так получится пройти. Ну вы посмотрите. Это жесть, это жесть. С 30 людьми спуски записывать — это самое невозможно проходимые карты получаются. Паша, 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 быстрее едь, быстрее едь. Я сзади. Давай, давай, газуй. Не тормози. Не торможу. Как проехать? Перепрыгиваю, перепрыгиваю. Перелетай. Я просто всех чуваков перелетел. Ай, и всех перелетел. Что за пробка тут? Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Главное медленно, аккуратно проезжать. И может быть получится занять даже первое место. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Чуваки, пытайся, только... Нет, 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 стой. Тут... А, вы чё? Тихо, я засейвился. Я засейвился. На меня войну самолеты объявили. Нет, 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 ну я только засейвился. Чувак, зачем ты меня толкаешь? Зачем ты меня пихаешь? Давай, а, лежи бока. Наконец-то, наконец-то, пожалуйста. Офигеть, мне реально сейчас самолет влетел прям в бочину. Ребята, все, но я засеялся. Я красавчик, поэтому с вас однозначно лайк и подписка. Так, лайки. Так, давай, 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 давай. Все, я почти прошел. Первая волна пройдена. Так, 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 аккуратно. Девятое место. У меня... Нет! Да кто ты такой? Отстаньте! Это что сейчас происходит? Братья-грузовики, мы должны быть с вами заодно. И не толкаться, не толкаться. Одна все, все, команда. Все. Едем вместе, едем вместе. Поехали. Пока. Смотрите, я сколько еду, ни один грузовик еще, походу, не прошел этот чекпоинт. А нет, вот он прошел. Прошел. Ты что такой? Там дальше эти джипы внедорожные дают. Вау. Так, давай, давай, 19 место. Пожалуйста, разойдитесь все. Летит Супер Джел. Привет, Лёха. Есть. Ровно, 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 ровно. Так, главное не перевернуться. Ребята, контролируем тачку. Нет, нет, да, да. Да, 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 да. Уху! Стоп, я ничего не вижу. Пожалуйста, ровно, ровно, ровно. Так, давай, давай, давай. Я боком, как дрифтер какой-то катаюсь. С дороги. Ой, простите, я тут чуваком предался. Да у меня сальтуха за сальтухой. Пожалуйста, пожалуйста. Только не улети, только не улети, грузовичок. Держись. Так, Паша. Ты охренел, что ли? Ты что мне тут за взрывы создаешь? Ребята, ребята, тактика Юла и я. Прошел. Прошел! Я прошел этот КамАЗ наконец-то! Потому что, ребята, если бы я не прошел, я бы сейчас вот с этой кучей народу ехал бы и это толкался капец. Бы, и пихался бы. А теперь мы берем следующую машину, которая называется внедорожник. Что это? Внедорожник! Розовый синий внедорожник! Ой, Паша, быстрее догоняй меня! Все, догоняю. Пацаны, пацаны, цель на сегодня! Ой. Первое место! Ой-ой, ой-ой, самолет закрыли! А, да вы кто такой? Я не понимаю, тут кто-то на фиолетовом джипе играет и меня скидывает все время, и на самолете скидывал меня. Помогите! Нет, 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 нет. Ребята, тактика Юла, смертоносная Юла. Продолжается. О, все, застрелился, застрелился. О, нет, вот он, вот он. Он меня еще будет толкать. Это Кимовир, я понял. Так, ты куда? Ты что там таксистом нашел себе, Паша, что ли? Давайте летим вместе.
Пацаны, газуем! Пацаны, давайте точно берем следующие тачки и вместе проходим змейкой этот спуск. Ой, это хорошая тактика. Я думаю, получится. Так, пока что, смотрите, на внедорожнике вообще изи ехать. Шестое место. Ребята, мне осталось обогнать пятерых чуваков, и я буду самым первым. Давай, Антон, улетай, улетай. Что, не улетел? Нет, я прошел. Засейвился? Да ладно, да ладно. Все, мы сейчас вместе поедем на следующие тачки, пацаны. Так что предлагаю взять мега разгон. Короче, тактика номер два, пацаны. Номер три, точнее, это взять сразу на чекпоинт и улететь. Раз, два, три. Погнали! Я лечу! Ой, пацаны. Пацаны, я не туда лечу! Я не туда лечу! Нет, 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 нет! Стой, 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 стой! Поднимите меня в небо, пожалуйста! Охренеть! Это самая крутая тактика! Ребята, надо на следующей тачке попробовать реально перелететь весь спуск в следующий раз, короче. Ладно, пацаны, давайте проходим эти маслкары. Ой! Это было больно, если что. Это было очень больно. И очень ненадежно, потому что я сейчас улечу из тебя. Нет, 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 нет. Контролим, контролим, контролим. Я засейвился на краю. Ты меня толкаешь. Вот тебе карма, Паша. Да мне больно. Очень больно. Давай, 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 быстрее. Так, пятое место. Пятое место мне нравится, потому что четвертое место. Давай, давай. Сегодня цель, ребята, сегодня цель. Среди огромной толпы народу, среди 30 людей занять самое первое место. Это буду я! Паша, а ты на третьем месте, да, сегодня? Да, да, да. А я тебя сейчас скину и буду у меня первое место. Опа! Наконец-то давай, прыжок, прыжок. Ну-ка, иди сюда. Сейчас подтолкну тебя. Не догонишь. Иди сюда. Ой-ой, такси вызывали. Давай, смертоносная толкучка. Как ты на бампере дрифтишь. Ребята, а теперь еще раз давайте перелетим весь этот спуск. Я уже беру разгон. Раз, два, три, погнали. Давай, давай, давай. Ровно, 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 ровно. Эй-эй-эй-эй. Стой, криво, 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 криво. Ровно, криво, ровно, криво, ровно, криво. Да, ровно. Красава. В миллиметре приземлился. Ребята, ребята, прикинь, я с первого раза пройду эту тачку. Это будет жестко. Антон, Антон, ты что меня пугаешь? Нет. Пацаны, 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 контрольную тачку. Опа. Нет. Давай, 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 сейся, сейся, сейся. Давай, показанчик. Стой, 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 стой. Почти прошел же. Ладно, ребят, нечего расстраиваться, потому что как-никак у меня четвертое место, а это недалеко от первого, второго и третьего. А я второй. Да, ты второй. Ты второй? Я второй. Ты охренел, что ли? Окей, иди сюда, иди сюда. Там, ну, давай, иди ой, не-не, что я передумал. Давай, иди сюда, давай. Боишь ты меня? Я из тебя сейчас улечу мимо, блин. Аккуратней. Он мне мешает специально, чтобы я проиграл. О, скидывай, скидывай всех, давай. Очиститель дороги. Очиститель дороги. Все, пожалуйста, меня 10 копеек дам. Давайте, мега трюки. Ой, нет, такие трюки не надо, такие трюки не надо. Так, задом, задом, задом. Передом, передом, передом. Лёха, аккуратней. Ребята, давайте. Опа, прыжок, прыжок. Баклажанчик мой, давай, долетай. Баклажанчик. Наконец-то, я прошел мини-купер. Давайте, давайте брать следующую тачку. Вау, что за дрифтер. Короче, я вот сейчас отвечаю. Сейчас, я должен следующую тачку пройти. Отвечаю с первого раза. Реально? И, кстати говоря, топликса я где-то потерял. Антон, тебя тут нету на тачке? Опа! Я сейчас чуваков точно забуду, буду скидывать. Так, ну-ка, кого скинуть, кого скинуть, кому помочь? Всех скидывай! Понял, что это? У меня мотоцикл! А, какой да, мотоцикл? Реально? Нет, пацаны, это вообще не мотоцикл, это мопед. А, ты охренел, что ли? Ой. Нет, 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 давай, давай, сейвись, сейвись. Да, 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 я взлетаю. Чего? Так, да, держись, держись, держись. Паша, ты охренел, что ли? Да, давай, 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 сейвься. Нифига ты меня катапультировал. Я лечу, я лечу, я лечу. Ребята, ребята, привет, главное летун. Лететь. Давай, давай, давай. Летун. Я же говорил, с первого раза пройду тачку. Что? Как это произошло? Ты меня вниз скинул, а я загладил на мопеде. Это лайк. Это лайк стопудовый. Берем еще одну машину. А, стоп, нет, 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 не бери. Ой. Блин, я ее взял, я хотел с разгона взять. Полетел. Забыл про это. О, второе место. Третье, не понял. О, это что такое? Что за правило? Кто мое место отжал? Таксист, давай я тебе катапультирую. На тебе. Это карма. За то, что ты меня катапультировал. Антон, запрыгай по пути. Давай, сможешь, не сможешь. Давай, полетели. Давай, давай. О, тут самолеты. Ну, слушай, могу я на тебя запрыгнуть, подвезешь меня? Это жесть! Неуправляемая машина! Так, нет, 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 нет! Да, да, я улетел! Пока! Оп, оп! Нифига себе! Вот это трюки, ребят, вы видели? Да, да!
Ну что, пацаны, погнали? Погнали! Экспресс-доставка! Как и в каждой серии по спуску, ребят, обязательно такси от Джела. Давайте, ребят, напишите в комментариях, как бы называлось мое такси. Я предлагаю Crazy такси! Crazy сумасшедшее такси, я вверх ногами вот так назову его. Давайте, давайте, пристегните ремни безопасности, чуваки. Опасно! Сейчас будет сальто, вы готовы? Нет, не надо! Три, сальто, ухо! Погнали! Ладно, один Паша уцелел. Я держусь! Держись! Ой, Антон, молодец, что катапультировался. Так, третье место. Ага, то есть мне осталось обогнать двух чуваков, и я буду первым. Где они, где они? Это ну-ка, надо исправить. Скажите мне их книги, я их просто Юка. Сегодня уничтожу. Привет, Антон, ты где? А! Это был ты, что ли? Это был я, ты... Я думал, ты на воде не едешь. Нифига себе, я тебя уничтожил. На кусочки расплющил, ребят. Не-не-не, мстить не надо, мстить не надо. Все, ребята, а теперь я возьму самолет. И я скину первого и второго, кто меня обогнали. Ребята, о, давай. Это же крутая тактика. Ну-ка, я иду на поиски. Два суперкара едут, ребят. Два суперкара, самый да, первый. Да. Так, о, нет, одного пропустил. Ладно, ищу второго. А есть еще второй суперкар, кто на втором месте. Так, суперкар. Ищем его. Суперкар, ищем суперкар. Вот он, красный. На нафиг. Да, я скинул его. Красава. Есть, еще один суперкар осталось найти. Так, где-то еще один ехал. Какой суперкар? Так, вот он. А, че? Нифига он лагает! Он жестко лагает! Так, пацаны, а я сейчас суперкар, знаете, что сделаю? Перелечу с разгона! Вот она, ребят, цель! Целимся! Теперь. Раз, два, три и погнали! Полетел. А, это не суперкар! Это вообще не суперкар! Пацаны, у меня тарантайка старая! Так, держимся! Оба! Уху! Нет, мне это не нравится! Сейчас на край приземлюсь! Оп! Давай! Нет, только не упадай! Не надо! Нет, стоп! Нет, пожалуйста! Я катапультировался сам! Уху! Ребята, я понял тактику! Нужно по волнам раскачиваться, чем больше ловим волн, тем больше мы разгоняемся! Смотрите! Что? Меня! Какой-то глюкер! Нет! Ой! Это было зря! Слышь ты! Лови меня! Парашют выдайте! Я катапультировался снова! Уху! Пацаны! Оп! Нифига, я запрыгнул! Нормально! Здорово, парня! Как дела? Здорово! У меня тут свой личный таксист есть! Баклажановое такси! Это кто такой? Это Дима Вир меня подвозит! Спасибо, чуваки! Подписчики тоже таксистами устраиваются работать, так все нормально! О! А ты можешь задом к нему подъехать, чтобы была длинная такси такая, как лимузин? Давай! Ребята, как на изи пройти тачку, чтобы меня не скинули? Нет! Куда меня потерял? Все, сдачу не дам тебе! Поехал я один, значит! Ой, нет, он сейчас на меня запрыгнет. Нет, быстрее, помогите. Ой, Паша, здоровье. Держусь, давай. Нет, это ты зря сделал. Ой. Это было просто пипец. Окей, ребят, надеюсь, мне сейчас никто не помешает, потому что дорога вроде бы чистая. Хотя нет, нифига не чистая. Антон, это ты что летаешь? Здорово. Это я, здорово. Здорово, Крендель, я сбоку от тебя. Нет, ребята, только не взорваться. Вот это сейвы, я понимаю. Нет. Аккуратно. Очень близко, уже вижу чекпоинт и телепортажку. Главное только улететь. Я на крыше. Давай. Не туда. Нет. Просто боком дрифтил по краю. Третье место вырвал я все-таки. Я с тобой. Офигеть, меня никто не догонит, пацаны. Потому что я сегодня буду серебристым серфером. Не знаю, или каким бронзовым серфером. Где, скажите мне, едут меня обгоняющиеся чуваки, которые меня обогнали? Непонятно. Все, я сейчас выиграю. Как будто выиграешь? У меня гиперкар, пацаны! Чего? Все, разгон, и теперь катапульта! Уху! Паша, уйди! Ой, это было больно. Я чуть в тебя не запрыгнул. Так, экспресс-такси, надо Пашу перепрыгнуть. Смотрите, если не получится перепрыгнуть, я получится запрыгнуть. Уйди, вот на тебя. За то, что тебя скилл в прошлый раз. Давай, иди сюда, крендель. Давай. Это карма. Уху. Ой, прикинь, задом пройти, это же вообще... Ай, больно будет. Это очень больно, капец. Так, ребята, надо ускоряться, а то сзади слишком много народу. Я понял тактику, просто ловим волну, летим по полной, потому что суперкар это офигенная тачка, чтобы разгоняться на ней. Так. Вот только в волны попадать, главное, не бампером, а колесами. Так, и прыжок. Есть. Офигеть, на одном трамплине можно все волны перепрыгнуть. Вот, я ж говорю. Все, пацаны, у меня уже... Третье место до сих пор, но я должен... Третье! Где они? Ага, я понял, знаете? Да,
тактика. Все, новая тактика. Скидываем первых чуваков опять на самолете. Нужно реально выяснить, на чем они едут. Эй-хе-хей! Непонятно! Народ, вы где? Так. Эта козявка, это не точно тактика. Так, где козявка? Где два чувака, которые меня обогнали? Я не могу понять. А, я, кажется, понял. Может, это вот эти тачки? На нафиг! Или нет? Минус один, по крайней мере. Я вижу! Вот он! На нафиг! Это что, картинги были? Ой-ой. Да ребята, ладно? Если дальше будут картинки, то это будет невозможно. И это не картинки. Это хаймер. А я улетел. Ладно, хоть и улетел, зато зареспавнился. Давайте, чуваки. Давай, кто ко мне, кто со мной. Поехали вместе. Парень, ты что, таксистом устроился? Здорово. Да, о, чисто банда втроем. Я придумал. Да, Антон, залезай ко мне, а я залезу на Пашу. Будем пирамидки ездить. Это будет называться экспресс-доставка. Да я пошутил, не серьезно. Нет, это была шутка. Это была шутка! A few moments later. Но в каждой шутке есть доля правды, ребят. Поэтому, как-никак, попытка не пытка. Погнали! Это самое неуклюжее, что может произойти. Мы это сделали, чисто пирамида, только без Антона. Давайте, вы будете... Вы чё? Нет. Держи. Что происходит? Это что за пирамида по возрастанию? Ребята, ну кто еще лайки поставил за следующую серию? Это самая эпичная, самая безумная, самая трюковая серия за всю серию из серий. Ой! Пожалуйста, газуем на максимум, пацаны, мы должны это пройти. Даже не вздумайте падать! Погнали! Все, Киса, банда, грузовик, хаммер и два мини-джипчика. Полетели! Вау! Давайте, я буду вас сопровождать и всех скидывать, кто будет мешаться. Давайте! Пацаны, просто лайкос, попадос и будет самый крутой видос! Давай, разгон. Так, я даже хаммер сейчас замотивировался, с первого раза пройду, отвечаю. Не упади, говори, не упади! Так. Я не упаду, дорога чистая, тем более у меня третье место. И может быть, из 30 людей я даже приеду вторым, если найду еще одного чувака. Это будет неплохо. О, а вон он едет, кстати, чувак этот. Ну-ка. Реально? Я его догоняю. А, нет, его это не тот чувак. Надо. Нет, я опоздался, это другой чел какой-то. Быстрее! Я беру чекпоинт, ребят, и беру самолетик. Потому что все-таки нужно возвращать наши позиции. Аккуратно. Есть! Вау! Да, ну, ничего страшного, я зареспавнюсь. Ребята, это что за тратенька? Походу, это последняя тачка, а может даже предпоследняя. Паша, поехали, подвезешь меня. Экспресс такси! Давай, до финиша сразу. Вы что? Нет, все, я один. Отстань. Как я увернулся? Я издалека увидел, что Дима Мир хочет меня сегодня скинуть. Но главное, Паша, ты еще тоже не мешайся. Мега трамплины! Ребята, это тарантайка. Сегодня самая быстрая. Ой. Так, мне не нравится, что сзади меня два джипа летают. Так, давайте, пацаны. Я за вами слежу, я даже вперед не смотрю. Ну-ка, догоните меня. А я тебя раздавлю. О, кого ты раздавить пытался? Тебя раздавили. Это карма. Ну что, пацаны, я походу беру сейчас последнюю тачку и вас сейчас скину на самолете. Только мне осталось взять чекпоинт на счет три. Раз, два, три. Катапульта трансформация. Да, я вижу финиш на карте. Это значит, у меня финальная машинка. И мы берем максимальный разгон, ребят. И теперь разгоняемся. С дороги. На мегаскорости я на фургоне лечу. Летающий баклажан. Да. Блин, я все равно не могу догнать первого и второго чувака. Походу, сегодня у меня будет бронзовое место, а то есть это третье. Пацаны, я не понимаю, что за супер чуваки с нами играют, потому что что-то у меня подозрение есть, что один из них был читером. Он, видели, как телепортировался по карте? Ну да. И, пацаны, я лечу мимо финиша. Все, ребят, вроде и сеемся. Я опять на том же месте. И сзади меня эти черепахи на мопедах едут. Так, я вижу финиш, он гигантского размера. Так, оп. Ой. Мне кажется, я сейчас снова улечу, пацаны. Нет. Сейвись. А что, если на крыше финиширую? Это считается, нет? Нет. Стоп. Давай. Финиш. Готовый. Здорово. Кот улыбашка тоже, ребят, финиш.
шире, даже подождал на финиш, так что огромное спасибо. Ну что ж, ребят, а на это видео подходит к концу. Если вам понравилось, вот однозначно лайкусик. Ну и в комментариях не забудьте написать, как бы называлось мое супер джеловское такси, ребят. Так что самые крутые варианты отмечу сердечками. Ну а с вами сегодня был Джел, Топлик, Шлейдин. Ссылки на потом будут, как всегда, в описании. Всем удачи и всем покедова! Всем пока, народ! Пока, друзья!